всех возил, а боксеров не приходилось. Надеюсь, они не будут драться в кабине. Может случиться. Ребята боевые. Эх, и прокачай их для укрепления боевого духа. Нет, давай полегче. С боксерами надо нежно обращаться. Ведь у меня не только тяжеловесы, есть легковесы. Даже муха есть. Муха? Муха. Боксер легкого веса. Есть еще и петушок, перо. Перышко. Перо. Да ты, я вижу, в нашем деле ничего не смыслишь. Ну откуда мне? Я настоящих боксеров только на фотографиях видела. А я? Какой ты боксер? Эх, не веришь ты моим талантам? Не надо. А разве легче, девушка? Да ищи какая. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. А я вас не знаю. Почему же? Зато я вас знаю. Откуда? Боксер, знаете, мгновенно должен уметь ориентироваться в любой обстановке, иначе же ему грош цена. Посмотрим, как вы в воздухе ориентируетесь. Боюсь... А вы не бойтесь. Хотите сейчас затяжным прыгнуть? Нет, не хочу. Это кто же затяжным прыгнуть хочет? Я. А что? Интересно. Входите, товарищи. Затяжным запрещаю! Да брось ты! Назад! Да брось ты, Кирилл! Ну пусти! Назад! Кирилл! На посадку! Мы работаем. Дорого. Ага. Третий год первенство держит в полутяжелом весе. Хорошо работаете. Вот полюбуйся на чемпиона, а я сейчас вернусь. Здравствуйте. Кого вы там издевали? Воображаемого противника. Я ему не завидую. Я тоже. Ох, вы самоуверены. 26 побед, из них 9 чистых нокаутов, дают мне право быть немножко самоуверенным. Немножко — это хорошо. А вот сегодня утром на аэродроме я убедился в обратном. Это как называется? Это называется груша. Вот на ней мы вырабатываем точность удара. Кто это? Кто привел? Я. Это товарищ Большенцов. Хочет посмотреть тренировку. Разрешить присутствовать? Вначале привел, потом спрашиваешь. Садитесь. Сейчас представлять будем. Ну, что будем делать, дядя Володь? Поработаешь с Кочеваном. Условный бой. С Кочеваном?
Мне интересно. Он очень беспокоится о моем здоровье. Скажи, пожалуйста, мне интересно. У него с утра настроение испорчено. Настроение? Старайся его исправить. Хромченко, дай-ка перчатки. Держи. Бой! Бараков. Какой удар? Ведь он же его избивает. За что бьют, Петя? А? За что бьют, я спрашиваю. Цел? Поздравляю. Это был случайный удар. Это был настоящий удар. А настроение у него не исправишь. Ничего не поделаешь. Этим ударом Кочеванов доказал, что он имеет все основания работать с тобой в паре. Кочеванов, Кочеванов! Чего носится с вами, Кочеванов? Вообще оставьте меня в покое. Да, характер. Ну, за свой характер я отвечаю. А вот за такие нокдауны я. Слушаю, товарищ майор. Начинаются отборочные соревнования. Отпуск очень нужен. Спасибо. Войдите. Да-да, прыгало 216 человек. Четырех не допустил врач. Угу. Так. Есть. До свидания. До свидания, товарищ майор. Ну как, разрешили? Ага, на 500. Вот хорошо. Теперь погуляем. Да нет, не погуляем. Чего? Я ведь пропустил несколько занятий. Ну? Дядя Володя меня съест. Всегда у нас так получается. Это зрелище производит на меня странное впечатление. Люди дубасят друг друга и называют это тренировкой. А дело в том, что занятие, именуемое боксом, несколько отличается от игры в лото. Кирилл, неубедительно. Я не знаю по-прежнему. Знаю и английской, и французской бокс. Но не для того, чтобы скулу сворачивать в бок, а для того, чтобы не бояться ни штыков, ни пуль, одному обезоружить целый патруль. Владимир Маяковский. Молчу. Раз стихами заговорил, молчу. А мне все-таки нравится твое упрямство. Дорохов твой удар надолго запомнит. Нет, Ирина. Дорохов сильный боксер. А свой удар я стану отрабатывать каждый день, чтобы он стал решающим ударом моей тактики. Очень интересный, я бы сказал, умный спорт. Тут нужно мыслить. Нужно думать в десятые доли секунды. Ты понимаешь? Понять и разрушить план противника и провести свой. Это схватка характеров. Это очень интересно. Можно записать? Размышления из мемуаров боксера Кочеванова. Да мы, кажется, ревнуем к боксу, а? Может быть, ревную. Когда ты на ринге, ты становишься чужим и далеким. Ну что ж, остается одно. Ты должна стать боксером. Ты все шутишь? Шучу. Мне очень хорошо с тобой. И поэтому ты идешь на тренировку. Ирина, пойдем. Ну ладно, ладно. Когда у тебя тренировка? 6. Ну, а 9 увидимся. Фанатик.
Сегодня тренироваться не будешь. А, муха! Здрасте! С легким паром вас. Что с тобой, маленький? Вы в поликлинику? Это рядом. Вот сходи, полечи там. Тише, хвост. Как маленький. Действительно. А что у тебя с ногой-то? Ну вот вчера. Не дать ли капель, вам не нужен ли покой? А где Ксивана? Опять не пришел. Чур, третий день не является. А может, он болен? Ты был у него? Его дома нет. Распустились. Давай навеси. Ну как? Все в порядке, вес нормальный. Чудно. Соревнований снимаю. Владимир Николаевич, значит, в Европу я не поеду. В Европу? Поедешь. Ну? Только массажист. Что тут смешного? До отборочных соревнований считанные дни. Решается вопрос о поездке за границу, а все работают вяло. Вяло. У Кондахчана хромает правая рука, у Илюшина неподвижный корпус. У вас не вижу ног. Не поведем, дядь Володя. Все в порядке. 7-1 гарантирую. Хвастовство. Зазнайство. Правильно, товарищ, я давно хотел. Мало хотеть. Надо уметь защищать честь советского спорта. Сидишь? Я сижу. Иди на мешки. Иду. Перчатки забыл. Боксер. Но если 6 килограмм не сбросишь, так на всю жизнь массажистом и останешься. А потом на пенсию перейдешь. Подумай. Здорово. Здравствуй. Кирилл. Чемпиону. Ага. Здорово, мастер. Отпуск получил? Да, на 5 суток. Хорошо. Чего делать? Иди на мешки. Здорово, Кирилл. Здорово. Привет. А мы за границу едем. А кто это мы? Мы, вся команда. И ты? И я еду. Массажистом. Довольно. Массажистом? По-моему, зря. У тебя же хорошая фигура. Да, бро. Ну, замечательная фигура. Нет, фигура ничего. Ну, да, конечно. Главное, мне дядя Володя говорит, что у меня лишних 6 килограмм. Ну, да я в баню 3 раза схожу, их как нет. Правильно? Как нет. Аполло? Ну, я... Аполло. То есть такой фигурой только массажистом и быть. Ну, это хам. Товарищи, внимание. Объявляю участников отборочных соревнований. Шептунов Спирин, Спартак. Слыхал? Шептунов. Поздравляю. Заскучаешь на первом раунде. Илюшин Кабалов, Динамо. Васильченко Митякин, ЦДК. Дорохов Кочеванов. Интересно. Понял, Кирилл. Мы теперь с тобой официальные противники. Да, знаешь, это ведь не так просто. Конечно. Да. Ты в порядке. А я боксер молодой. Первый раз на отборе. А ты знаешь, это очень ответственно. Ну? Ну, представь себе, толпа, приветствие, репортеры. Ага. Очень ответственно. Скажи, пожалуйста, репортеры? Ну, конечно. Приветствие? Ну? Ну, тогда, конечно. Что? Ответственно. Финальная пара. Боксеры полутяжелого веса. Чемпион Дорохов, боксер Кочеванов. Лен, смотри, Кочеванов. А второй кто? Второй Дорохов, чемпион. Букет побольше. Вот это.
Будьте предусмотрительны. Кирилл, держись, Кирилл! Ну что он делает, а? Правильно! Что он делает? Правильно! И загнать теперь этот отдохнет, и ведь не сможет его добить. Вы фурия! Что? Вы ничего не понимаете в боксе! Сами ничего не понимаете! Ой! А Дорохов сильный. Ну, это мы еще посмотрим. Что же это, товарищ Ксюр, а? Как же это? Погорячился? Характера не хватило. Что с тобой? Так я же тебе говорю, бокс это не лото. Буду! Смотри! Эх ты, боксер! Эти сказали на город! Тебя волнует общественное мнение? А тебя вообще ничто не волнует. Ну чего ты сердишься? Ты думала, я сижу здесь одинокой, расстроенной? Ты, мол, придешь и пожалеешь меня. А я взял и испортил весь твой замысел. Так ведь, а? Хорошо. Пришла, пожалела меня. Все правильно. Чеванов, я! Есть новости. Решен вопрос о поездке за границу. Счастливого пути! Ну-ну, не прибедняйся. Собирай чемоданы. Комиссии понравилась твоя работа. Так я ж побит. А знаешь пословицу? За одного битого двух небитых дают. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Дорохов. Разрешите? Садитесь. Благодарю вас. Прелестный вечер. Какая музыка. Музыка и бокс — это родные брат и сестра. Их родила одна мать — точность. Я это доказал сегодня на ринге. Какие у него были глаза. Кирилл на ринге совсем другой. А сегодня я работал исключительно для вас. После поражения он стал мне еще дороже. Значит, для того, чтобы завоевать ваше расположение, должен был проиграть бой. Вряд ли вам это помогло. Поймите, Ирина. Простите, Дорохов. До свидания. Петя, а я тебя по всему парку ищу. Разрешите тебя поздравить с блестящей победой. Я сегодня впервые потерпел поражение. Ну, если и потерпел, то не на ринге. Нет, хуже. Сердце. Ага. Ну и каковы симптомы? Симптомы? Надеюсь, переживу. Вот. Да. Сидели два медведя на ветке золотом. Один сидел как следует. Другой болтал ногой. Один сидел как следует. Другой болтал ногой. Петя, а? Пойдем пивка выпьем. Нет, у меня с утра тренировка.
И вот они сидели на ветке золотой. Один сидел как следует, по одной кружке, по-моему, не страшно. По одной? Ну, конечно. По одной можно. Упали два медведя с ветки золотой. Один летел как следует, другой болтал ногой. Ну, не буду вам мешать. Счастливо, Кирилл. Спасибо. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Держи связь по предству. Информируй нас. Хорошо. Ну? Счастливо. Ну, вот. Одна минута осталась. Пора. Успели. Пора. Нет, чемпион. 3-5 в нашу пользу. Ого! Это хорошо, что ты выиграл. Но значит, теперь наше. В порядке. По очкам, конечно, выиграл. Нокаутом. Смотри, новый нокаутер. Хотите вас поздравить от лица спортивной общественности. Только не зазнавайся. Только не зазнавайся. Слушай, тяжело приходится. Мне на руки достал. Неужели проиграете? Можешь не сомневаться. Вот тебе 3-5 в нашу пользу. Набрали детей в команду. Готов. Муха! Выиграл. Проиграл. А цветы? Не противник был конец. Очка он. Да? Помни, от тебя все зависит. Будь покоен. Держи его, бою взорвется. Ромченко, иду, иду. Кира? Демилю. Дорохов, 76. А. Сыграл.
Потом загнал его Дорохов в угол, потанцевал и правым хуком. Раз, и на третьем раунде этот балет окончился. Ну, тут, конечно, аплодисменты, цветы. Ну, ясно. Он стоит, как прима-балерина, и раскланивается. Смотреть противник. Ну, я надеюсь, вы все-таки заметили, что я выиграл чистым нокаутом. Конечно, заметил. Я даже заметил, как вы в нокдауне валялись. Ну, ребенок, тихо. Ну, чего вы на него набросились? Петя выиграл блестяще. Это для него был не бой, а забава. Зачем ему разведка, защита? Он и так выиграть может. Правильно, Петя? Чего не понимаю? Вот так ты и будешь драться до тех пор, пока на умного противника не нарвешься. Что? Он тебя на первом раунде отучит похвалиться. Он это поймет, когда поздно будет. Да? Прошу. Импресарио Ланса, чемпион Европы. Бонсуа, мсье. Могу я видеть предводитель команды, мсье Сомо? Я Сомо. Мне очень приятно сделать с вами знакомство. Шарбоне! Шарбоне, мсье. Мерси. Мсье Дорохов. Здравствуйте. Мерси, мсье. Я менеджер de мсье Ланс, чемпион. Вам, мсье, известно это имя? Да, чемпион Европы в полутяжелом весе. Победитель Караш. О, oui, vous avez raison, monsieur. Победитель Караш и encore beaucoup, beaucoup, много-много других боксеров. Monsieur Lance просил передать свой привет. Советский боксер. Salut, monsieur. И свое восхищение, monsieur Дорохов. А вы хорошо говорите по-русски. О, ну, monsieur, не совсем. Я имел небольшое путешествие, petit voyage, на юге России. 19-й год, Одесса, Севастополь. И это путешествие оказалось не совсем удачным. Мсье Ланс просил передать вашу команду приглашение на спарринг. Клуб Le Ruban Bleu. Голубая лента. О, oui. Мсье, голубая лента. Передайте господину Лансу, что мы благодарим его за приглашение. Я надеюсь, мсье Дорохов посетит наш клуб. Передайте господину Лансу, что я буду счастлив познакомиться. Голубая лента. Медам и мсье, я имею большое удовольствие представить вам сегодня наших дорогих гостей. Русский боксер! Я особенно счастлив приветствовать советский чемпион, мсье Пьер Дорохов. Встань, Петя. Знаешь, если бы не мои 6 килограмм, еще неизвестно, кому бы аплодировали. Ну, конечно. Гони! Эй, о, кокон! Не трамайей! Спаринг avec Lance, 60 francs. Non, non. Deux. Assez, bon, venez. Oui. Vite, 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 vite. Silence, mesdames, messieurs, on commence. Machinaim sparring. Henri Lance, Grand Jacques. Combien? 3 rounds. Sur le ring.
как, ребят? Блестяще работает. Хорошо. Но мне кажется, он хочет казаться сильнее, чем есть. Психическая атака. На кого? На нас. На глупости. Лет назад большой Джек был хорошим боксером. Флёр Нуар, черный цветок. Победитель Некси Бокер и Нед Брауэрс. Однако у этого победителя грустные глаза. Бокс! Связался черт с младенцем. Ланочка. Ну. Силанс желает лично приветствовать вас. Мсье Анри Ланс просил меня передать свой вызов любой советский боксер. Несть пас? Oui, monsieur. Советская команда принимает вызов господина Ланса. Что касается противника, то он будет объявлен завтра. Продолжай, давай, престо. Гоитар, вид. Игру туа. Мсье? Примитивно, месье. Мсье Дорохов, я надеюсь, вы будете l'adversaire, противник Ланс? Возможно. Сколько раунд вы надеетесь держаться? А я смотря, сколько раундов будет держаться, месье Ланс? О, Анри Ланс сильнейший боксер. Да, но он хочет казаться сильнее, чем он есть. Ну, там, месье, фото. Merci. Пароль d'honneur, monsieur Самов, против Ланс, чемпион, вы хотите выставлять какой-то Кочеванов? Да, Кочеванова. Мэй, monsieur Самов, забываешь, что Ланс чемпион Европы, и поэтому против него может выступать только чемпион страна. Простите, вы бросили вызов любому боксеру нашей команды. Je ne comprends rien. Vous m'étonnez, c'est étonnant, monsieur Самов. И кто такой Кочеванов? Наш боксер. Да пойми, Кирилл, ведь решение Сомова глупое, ведь ты же наверняка проиграешь. Возможно. Это будет позор для всей команды. И не только для команды. А ты не пугай. Знаю. Знаешь. Ну скажи честно, кто сильнее, ты или я? Не знаю. А пора бы знать. Откажись, пока не поздно. Петя, ну что ты все хвастаешь? Ты, я. Брось шуметь. Да, но ведь Ланс вызвал меня, а не Кочеванова. Ланс видел тебя на ринге, голова. Поднимать надо. Потому что ты горячий, часто делаешь глупости. Да пойми, тебе Ланс из него же котлету сделает. Противником Ланса объявлен Кочеванов. Ясно? Через час тренировка. Ладно. Когда будет бой? 7-го, 19:00. И пуква Кочеванов. Андрей! Алло, Merci, monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Ça va? Тихо, тихо. Кочеванов отдыхает.
где искать шансов, Кирилл? Ланс технически сильнее тебя. Безусловно. И опытнее. И все-таки ты можешь выиграть бой. Хочу выиграть. Ланс старше тебя, у него сердце хуже твоего. Именно в этом шанс. Обрабатывать область сердца? Да. Ударами и быстротой темпа. В первых раундах в каждом кулаке Ланса спрятан нокаут. Берегись его. Не думай о красоте боя. Если нужно, уходи в глухую защиту. Отдыхай в клинчах и бей в сердце. Только в сердце. Не знаю, сколько раундов тебе будет трудно. Может быть, 4, 6, а может, 7, 9. Закрывайся и бей в сердце. Если увидишь, что руки Ланса пошли вниз, не приступай к атаке. Жди, пока противник станет бледным. Тогда отдай все, Кирилл. Челюсть у него не железная. Понятно. О чем ты думаешь? О Москве. Внимание, говорит Москва. Радиостанция РВ-84. Через несколько минут мы начинаем трансляцию международного матча бокса. Секундантом не хочешь быть. А что, у нас народу не хватает, что ли? Да нет, народ хватает. Я думал, ты примешь участие. Нет уж, я лучше посмотрю. Увольте. Включаем зал зимнего велодрома. Si charmé de vous voir. Pardon, madame. Мерси. Мсье Анри Ланс и я весьма сожалеем, что aujourd'hui против нас выступаете не вы. Я тоже сожалею. Но... Неужели Кошеванов сильнейший боксер вашей команды? Даже, мсье, сильнее вас? Я слышал, что он имеет весьма слабый правый краше. Деспа? А сейчас вы видите. Анри Ланс, встреченный бурей рукоплесканий, занял место своему бою. Блии Донфа, мы катаем раунд. Русские боксеры появились в зале. Публика тепло приветствует их. Вот они проходят к своему углу. Кирилл Кочеванов поднимается на ринг. Весьма интересным, тем более, что Ланс обещал преподнести публике нокаут не позже 4-го раунда. Вы слышите, как стало тихо. Сейчас начнется бой. Стрелка подходит к нулю. Сейчас прозвучит гонг. Внимание! Thank you.
Мое предсказание не сбывается. Бой становится жарким. Русский пытается наступать. Он бьет, но опять в корпус. Ланс переходит в контратаку. Он гонит Кочеванова по рингу. Первый раунд кончился с небольшим преимуществом для Ланса. Чемпион провел раунд более агрессивно, чем Кочеванов, и наносил более эффективные удары, чем советский боксер. Итак, по очкам впереди Ари Ланс. Хорошо, Кирилл, хорошо. Избегай только углов. Лицо чемпиона забронировано. Русский не может до него дотронуться. И сам, получая удары в голову, отвечает нечувствительным чемпиона ударами в корпус. Чемпион опять наступает. Он гонит русского по рингу. Он гонит его к веревкам. Гонит и непрерывно проводит удары. Надо дать русскому справедливости, он защищается упорно. Он пытается отвечать на удары Ланса. Постарайся бить в начале раунда. Ланс резко атакует русского и проводит серию тяжелых ударов. Близкий бой, близкий бой. Удар Ланса, еще удар, удар. Атаки Ланса становятся все более опасными. Кочеванов вынужден перейти в глухую защиту. Еще ты 4 раунда выдержишь? Держись, держись. Ложай в сердце. Начался 4-й раунд. На этот раз инициативу хочет взять русской. Он уже в углу Ланса. Удар, удар, еще удар, удар. Бухуй!
Коля, Кирилл! Ну что ты делаешь? Пардон. Бесспорное техническое превосходство чемпиона Ланса. Поэтому преимущество в первых четырех раундах. Ну, спокойно. Держись, Кирилл, теперь он выдаст все. Если будет плохо, держись своего угла. Лекар, лекар, гарде лекар, дьябль. За 8 раундов, 6 килограмм, как корова языком связал. У кого? У кого, у кого? У меня, конечно. Если это нет, два, то же люди. Вот он, мечей. И что, кофаут? И что, кофаут? Пардон, мечей. Олей, бить. Бой вступил в решительную фазу. Необыкновенно быстрый темп этого матча, его напряженность и жестокость привели к тому, что оба противника устали, несмотря на краткость дистанции. Преимущество Ланса становится все более ясным. Пхиванов отступает. Ланс находится в решительной акции, которая, судя по всему, приведет к результату. Энергия Кочеванова неисчерпаема. С непонятной свежестью упорством он атакует Ланса. Русский бьет только в сердце. Удар, удар. Ланс закрылся. Отступает, отступает. Пытается ударить. В схватке Ланс не замечает ударов. Кочеванов снова наносит удар. Серию ударов. Ланс отступает. Ну и публика, сражайтесь!
приедем домой, большой скандал. А что? Что можно сказать, приехали в гости, а побили чемпиона. Нехорошо получается. Да, и напросили. Так, и мы нам. Ой, Левенкович, это вы помните, как Иванов, выйдет. А, Левана! Все-таки прорвало ответственность. Выйдите, Саша, вы там прийти. Давай, 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 давай. Я вам писал. Автограф подпиши. Я уже написал. Ну, еще подпиши. Да нет, давай, напиши. С ума сошел. Что там творится, пройти нельзя. Все, тебя ждут, Кирилл. Полюбуйся. Господин Кочеванов перед боем. Хорош. После боя. Сиди так. Господин завтрак. Где вы завтракали, господин Кочеванов? Где мы завтракали? Аля. Какая аля? В общем-то, не важно. По-моему, тоже не важно. Нет, оказывается, важно. Господа спортсмены, кушайте только в нашем ресторане. Это обеспечит вам победу. Кто ж такой придумал? Я знаю, это штуки дяди Володи, правда? Давай, давай, к столу, давай. Пошли, прошу к столу. Ну, за что будем пить? Как за что? За нашу новую знаменитость. Ну уж и знаменитость. Ну ладно, ну, кровь, ну, кровь, ну, кровь. Ну, в этом моей штуке достал. А теперь давайте выпьем за Хромченко. Уж очень он сегодня волновал. Товарищ, одну минуту. Специально привез для торжественного случая. Прошу. Алло. Да? Тихо, товарищи. Москва вызывает. Сомов, ты? Говорит Новиков, здравствуй. Поздравляю с победой. Да. Как здоровье Кочеванова? Алло, алло, Сомов, Сомов. Как Кирилл себя чувствует? Так, а Дороков? А. Ну ладно, возвращайтесь скорее. Передай привет всем товарищам. От меня, Кочеванов. Сомов, Сомов, давай сюда Кочеванова к телефону. Здравствуйте, товарищ Новиков. Ничего, в полной форме. Спасибо. Передайте привет товарищам. Что? Тихо, Большенцова. Дайте ее к телефону. Пошли дела семейные. Ирина! Ирина, ты? Я, Кирилл. Ну да, я. Волновалась. Напрасно. А главное-то она мне не сказала. Главное, она тебе скажет в Москве. Да? Я. О, это интересно. Хорошо. Будь здоров. Ребята, новость. В Москве объявлен матч на первенство Союза. Ведущие пара Дорохов и Кочеванов. Хорошо, браво. Товарищи, я считаю, что предстоящая встреча будет очень серьезной. И так сказать... Сядь, пожалуйста. Правильно! Ну, в следующий раз, старик. Я все понимаю, в следующий раз. Ты понимаешь, Кирилл, есть у меня одна слабость. Люблю крепких противников. Я тоже. Но звание чемпиона я тебе так просто не отдам. Ринг покажет. Правильно. Выпьем за нашу встречу. Итак, друзья, завтра в Москву. Домой. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою, и слышу я голос родной. Москва окрыляет любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает хоть раз, не может ее подзабыть.
молодости нашей открыт простор. Всегда готовят свою дорожкой беговою навстречу победе держись повтор. Противником на ринге, ступая в бой, и бой тому не страшен, но ломок и отважен, но все умеет надеть с собой. Отважная